Всем привет! Нам пришла посылочка вот такого размера. Как вы догадались, это рюкзачок. Давайте посмотрим весь рюкзачок и потом свое впечатление скажу. Подключим приложение, посмотрим, как горит днем, посмотрим, как горит вечером, что можно сделать в приложении. Это будет дальше. Итак, сделаем некоторые выводы после эксплуатации недельной этого рюкзака. Ну, скажу сразу, в общем-то, материалы качественные. Насколько я понимаю, это влагонепроницаемый материал, то есть лили сюда воду, все там не проникает. Здесь можно хранить, ну, наверное, ноутбук, два вот таких пауэрбанка, можно телефон, можно пауэрбанк засунуть. Больше карманов, в общем-то, нет. Есть еще техническое, технологическое такое отверстие, или, скажем так, карман, в котором хранится само устройство. Это все на липучке. При желании можно достать. Можно поменять. На сайте есть, ну, в магазине есть сразу отдельно это устройство. Замок тоже влагозащитный. То есть он вот такой вот, не попадает вода. Лямки твердые, хорошо лежат, на них держаться легко. Ну, в общем-то, рюкзак, скажем так, качественный и своих денег, наверное, стоит. А вопрос, кому он нужен? А, естественно, маленькому ребенку он не подходит. То есть это слишком крупный рюкзак для того, чтобы его носить. Но зато маленькие дети прям за ним бегают. Прям толпой, как мультики смотрят. Перечисляют картинки, какие там идут. Все гифки могут редактироваться, то есть приложение ставится как на старые телефоны, так и на новые. А у меня единственно вышла оказия, вроде как LED Space поискал, на один телефон установил, потом начал искать на второй телефон, вроде установил, вроде сконнектился, вроде что-то устанавливаю, картинка не приходит, а пишет, что приходит. Тык-тык-тык. Оказалось немножко другое приложение. Оно есть, я скриншот покажу. То есть, в общем-то, будьте внимательны. Ссылка в описании будет про на приложение. А, есть на сайте есть версия, у которого нет вот такого стекла и скрыто, в общем-то, это изображение. То есть только тогда, когда вы включаете, тогда оно появляется. Ну, не знаю, можно, конечно, такой, но он не гораздо, но немного дороже. То есть выбирайте любую версию. Есть попроще еще рюкзачок, он стоит порядка там 40 с лишним долларов. Этот стоит 69, по-моему, долларов. Вот. Ну, по поводу автономности работы. Вот такой пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер часов. И вот такой тоже. С ним проработал рюкзак примерно 5 часов. Ну, не примерно, а, наверное, 5 часов и проработал. То есть даже вот с таким
пауэрбанком, который у нас немножко вздутый, я считаю, что он все-таки некорректно работает, тоже 10 тысяч миллиампер часов. На нем проработал он 4 часа. Я не скажу, что это энергоэффективно, но тем не менее. В настройках, естественно, есть. У нас был выставлен яркость полностью. Вот сейчас яркость стоит минимальная. Вот эта яркость минимум единица. А градация идет до 15. То есть у нас яркость стояла 15 сначала. По умолчанию она, по-моему, там 12 что ли стоит в самом приложении. Ну, по приложению давайте дальше посмотрим, как это можно выставлять и все остальное делать. Ну, в общем-то, я говорю, рюкзак к покупке я рекомендую. Хорошая покупка. Единственное, наверное, все-таки уже школьнику, который, ну, самостоятельно может включить это все на телефоне, сделать. То есть для ребенка 4 лет это слишком мало. То есть я вообще покупался он как для дочери. Все, дальше по приложению. Так, посмотрим приложение. Сразу хочу показать, которое приложение неправильно. И название у них одинаковое. Вот, допустим, Let's Space, да? И вот он вот такое вот меню выдает. Может быть, если я его поставил бы первым, тогда бы оно действовало. Ну, не знаю, пока... Как бы я им не пользуюсь. Оно мне даже нравится меньше. Второе нормальное приложение. Второе приложение, которым я пользуюсь, вот так вот запускается. То есть оно такое более красивое. Так. Выключу. Вот оно. Значит, вот так вот сеть называется. Мы подключаемся сюда. После того, как он подключился, ну там пишут что-то. Мы делаем назад. Поиск устройств. Вот QR-код, которым вы можете поделиться с друзьями, то есть, чтобы выключить без ввода пароля. То есть вот вы видите, именно Wi-Fi. Если вы хотите написать текст, вы пишете там, «Привет, мопед». То есть вы можете размер текста изменить. 64, то есть огромное. 12, самые маленькие. Вы можете цвет изменить. Вы можете шрифт изменить. Вы можете шрифт, по-моему, где-то было такое, скачать даже. Так, уведомляшки. Вы можете поставить анимацию. То есть, если у вас есть анимация на телефоне, вы без проблем ставите анимацию. Я не помню, по-моему, у меня особо анимации не было. Ну, затягивайте и отправить. Я сейчас покажу, как отправить. Если отправить обычное сообщение, то есть вы можете ставить время отображения, режим анимации, показать сразу. Можно сдвиг вверх, непрерывно, сдвиг вправо, пузыри, падающий снег. Ну, то есть вот такие. Есть контур, бегающий огонь или выделяющийся. И картинку вы обычно закладываете вот так. Ну, не знаю, самую, наверное, вот очень красивая картина. Она вот такая. То есть вы ее можете вот так раз, готово, и отправить. Происходит отправка. Успешно. Ну и на раз. Она поочередно, сейчас пока я ее не вижу, но она должна появиться, когда пройдет там какой-то период. Вот. Вот так. Если не успешно, то он напишет. Если далеко вы находитесь, он медленно двигается. Лучше подойти поближе. Опять вы идете на главную страницу. Можете делать комбинацию. Насколько я понял,
Это редактирование прям вот. Можете свой рисунок, допустим. Хоп, 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 хоп. Цвет. Хоп. Хоп, 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 хоп. Цвет фона. Тю-тю. Нет, что-то совсем страшно. Черный. Ну и ластик. То есть не нравится он. Оп. Оп. Вот таким образом. И отправить изображение. Происходит отправка. Вон сладкие эти. Да, все появилось. Все, на главную страницу идете. Здесь библиотек. Ну, во-первых, вот эти вот картинки уже как они как в виде для того, чтобы как рекламные. Ну, их можно загружать. Либо в библиотеку заходите и смотрите. Вот такая анимация. Насколько я понимаю, то есть вот произошла прошивка, да, когда мы только установили первый раз приложение, рюкзак прошился. Видимо, скорее всего, вот и добавляются всякие вот такие картиночки. То есть, вот. Не забывайте ставить лайки и отправить на изображение. И все, изображение полетело на телефон. Так, здесь еще можно видеть все программы, которые есть. То есть можем выделить и что сделать? Отправить изображение. Ну, давайте отправить. А, ситуация еще такая. Если вы с одного телефона скинули, со второго скинули, с третьего скинули, то удалять вы можете либо все с одного телефона, либо удалять с того телефона, с которого вы скидываете. Ну, как это? То есть вы поняли, да, о том, что либо все можно удалить, либо удалить только те, которые вы именно со своего телефона загружали. Пульт управления, насколько я понимаю, это программа яркость. Ну, давайте попробуем. Яркость. Тин-тин-тин. 15, 14, 13, 12. То есть, видите, да, там не отражается. Видно, все хорошо. Ну и ставим минимальную. Минимальной яркости за глаза хватает. Вечером абсолютно без проблем все четко видно. Для переключения, для определения программы подтвердить. О! Переключать. Ай. Программа 6195. А, ну да. То есть вы можете создать, допустим, там рекламная кампания и одни рекламные картинки тык-тык-тык-тык-тык накидать. И ее включать только тогда, когда вы хотите. Или, допустим, домашняя. Вы, смотря где находитесь, в зависимости от того, будет такая программа. Ну и программу вот они переключаются. И давайте еще в настроечках посмотрим, и, наверное, хватит. То есть соединение мой LED вы можете переименовать. То есть у нас, допустим, Кира называется тип устройства, об устройстве. То есть вот такое устройство. Пароль по умолчанию стоит 128. Карты управления. Оба устройства так видели, да? И еще можно получать прошивку. Обновление программы. А, нужен Wi-Fi этот отключить нужно и только после этого скачать. Вот актуальна на сегодняшний день прошивка вот такая. 2.7.7, версия 11. Настройки языка русский. Можно очистить кэш. Ну и яркость экрана, вот вы видите, единица. Ну, я говорю, для ночи это точно Если вам достаточно. понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал. Ну а ссылка на проверенного продавца будет в описании. Все, всем пока.